сами, наоборот, нарушают. Провоцируют только. Да. Что они хотят? Ну, стоял долго, думал, но я не пойду к тебе. Сейчас мы с тобой будем на камеру разговаривать. Что у него нашло? Не знаю. Поворот я включил, типа объехать, он решил. Да, тащи в кружок. Да. Будем разговаривать. Денег подачишь? А здравствуйте, жор полиция, Саш, на жемуши. Здравствуйте. Здравствуйте. Остановка. Основание. Причина. Причина остановки. Отработки знаете? Нету такой остановки. А? Нет такой причины остановки. Вот так и же переход, видите? Ну и что, я кого-то не пропустил? Так? Кого? Ну-ка покажите мне видеозапись. А? У меня есть видеозапись. Вы мне свою покажите видеозапись. Видеозапись нет, я ну а я при чем? Документы предъявить, пожалуйста. Ваша нету машина? Такой причины, да, моя. Ну, предъявите вашу. Нет, предъявите. Там 2.1.1, пункт правил дорожного движения, знаете? Я в курсе. Предъявите мне видеозапись, что я не пропустил. Зачем видеозапись? А причина остановки тогда какая? Ваши документы. Нету это. Такой причины остановки. Есть, есть. У нас нет. Машин так и много. Нету, нету. Хотите, список покажу. Пожалуйста. Список транспортных средств. Покажите. Ну, пройдемте, покажите. Нет, я никуда не пойду, я здесь буду. Я здесь буду. Кто меня заставит? Кто меня заставит выходить? Документ предъявите, езжайте. Я, во-первых, могу сказать, такая машина не может быть в Угоне. Потому что их 5 всего. Ваша машина, езжайте. Моя машина. Вы предъявите. Мне вот интересно, причина остановки. Просто так, да, я вам сказал, зачем вы хватаете пешеходы, я говорю, не имею. Покажите да, мне, дайте. Покажите мне. Или протокол составляйте. Составляйте протокол. Они у меня есть. Ну, есть, покажите. Даже покажите, езжайте, ну, что тут такое. Я покажу. Вот, пожалуйста. Все есть. Техпаспорт. Права. Он там есть. Это хорошо помогает, да, видео? Техосмотр, полис, все есть. Давайте. Нет, там не число, дам. Покажи число. Что? До апреля месяца, я в апреле, год скоро будет. А я вообще не имею, не могу не показывать. Вы мне не предъявили мои нарушения. Я вам сказал. А то, что вы сказали, вам, и я говорю. Потом я же... еще что-нибудь скажу, опять вы скажете в ответ что-нибудь. Правильно? Правильно. Ну, покажите. Надо по закону действовать. Ваши документы. Нет, надо делать. Же по закону действовать. По закону. Я по закону все имею, а вы не по закону действуете. А чем? Чем? Чем я? У меня незаконно. Чем незаконно? Удостоверение покажите, значок где? Вам удостоверение, пожалуйста, покажите. А вот что, патрульная машина ничего не говорит? Ничего не говорит. Че? Патрульная, она и пускай будет патрульная. Если вы без патрульной были, это другой разговор. Ты наптом? Все? То же самое, я так же покажу. Все. В Ютубе тебя смотреть. Вот и есть разговор.